Гороховец готовится к большому празднику – 850 лет со дня основания. В городе приводят в порядок исторические здания и основные площадки. Один из объектов – понтонный мост. Гороховец расположен на правом берегу реки Клязьма. Некогда это была большая судоходная артерия. Здесь располагался порт, сюда причаливали большие торговые суда. Купцы по дороге поднимались в город предлагать свои товары. Сейчас из водных объектов здесь остался только этот понтонный мост. Скоро он превратится в настоящую гороховецкую достопримечательность. К празднику на мосту установили новое освещение. Фонари стилизованы под старину. Столбы выполнены одним из гороховецких кузнецов. Осталось лишь покрасить перила. Буквально 3 недели назад здесь проводил субботник по очистке от старой краски. В эту субботу будет проводиться субботник по покраске вот ограждения этого моста, для того, чтобы он имел совершенно другой вид. Но все это проводится, в первую очередь, конечно же, в рамках подготовки к юбилею города, который будет проходить у нас 20, 21, 22 июля. Весной, когда река освобождается ото льда, мост сводят почти до поздней осени. Делать это стали в начале 90-х. А еще 50 лет назад на левом берегу стояли рабочие. В поселке действовали совхозы. На заливных лугах заготавливали корм скоту, по мосту перевозили грузы. Так что в те времена его даже на зиму оставляли. А чтобы лед не покорежил конструкцию, глыбы у понтонов выпиливали специальной пилой. Сейчас по мосту любят гулять горожане и гости Гороховца. Также летом увеличивается поток прихожан Знаменского монастыря, расположенного на левом берегу. Екатерина Гаврилова, Александр Горшков, Губерния 33.